Привет всем, это Электрозуб. Ну, сегодня очередной влог. Сегодня будем устанавливать это музыкальный центр старый. Перед вами музыкальный центр GVC 2003 года. Ну, в комплекте-то он представлялся двумя колонками, но каждая вот из них имела ватт 45 мощности. И также был пульт управления. В нем была возможность расширять весы и возможность три диска ставить разу. Конечно, это никак не обошлось. Это без кассетных дхэт. И тут, конечно, стоит защита от магнитных полей. И вот он у меня уже нового года уже это не работает. Работает, а звука в нем нет. И поэтому решилась дать ему вторую жизнь. Для этого нам понадобится паяльник и провода. Сейчас это нас ждет этот неприятный момент. Ждет нас там очень-очень много пыли. Сейчас вот это все дело мы выдуем компрессором. Минут 20 искали, в чем проблема, и так проблема появилась уже. Звуковой лати там или перегорело, или оплавилось, и поэтому у нас нету звука для колонок. У нас на плате сгорело реле. Вот она. И мы от колонки будем провода кидать напрямую на плату. Сейчас красивенько мы паяем и попробуем включить музыку. Мы пропаяли два конца и сейчас еще другие два пропаяем. Готово. Подключаем и запускаем. Подключили, и вот уже проверять сейчас будем. Так, включить AUX. Увидим тебя, ставим кровать, тебе сексуальное платье. И вот уже и заработало, вот и звук. Может тебе вот это? Прикинь, не налить. Слушай, ребятчик, с этой мамой. Сегодня ночью она уедет со мной. Ему будет кататься. Целую ночь, толкаться лопа. Ты не знаешь меня, я не знаю тебя. Но между нами искра. Не играй с электром чувством. Потому что я ров, у меня там пусто. Не играй с электром чувством. Ты пожалеешь, тебе будет грустно. Так уже
тут уже работает абсолютно все, и до новых встреч подписываемся на канал и пишем комменты и обязательно лайк. До новых встреч!